Шат ты сыр? Шат их сухой? Тапы. Йоус? Нет, подшипники сахана, походу. Всем. Да? Идет же. Ну так сказать, подшипники сачи уже на этом. Шестерня у нас атакира. Бара. На хотя борт не защурил. Куда ты ты швы? На щурбар. Чаун, пецва. Так, все разобрал, сейчас выглядит вот так вот. Трещина. Вот эти вот трещинки тоже есть. Пару штук. Так, подшипники убитые. Если полотно повернуть туда, то вот эти вот подшипники с той стороны все раздолбаны. Их вообще не смазывали. Будем менять подшипники. Так, что касается этого штуки, ну, как мне на видео вот отправляли, в принципе, да, очень даже и не в плохом состоянии, есть износ, но небольшой. Вот тут, знаете, как его сказать, зубчики такие есть, надо будет шлифануть тихонечко. Наждачкой, что ли? Чтоб таких зубчиков не было. Сюда резинка. Явно. Круглая резинка где-то должна быть. Вот. Собака лает. Так, в общем, сейчас что я хочу делать? Что хочу я сделать? Вот тут люфт. Вот. На шпонках, короче, люфт везде. Сейчас шпонки наварю и обратно поставлю. Ну, лишний болгаркой спилю или напильником. Напильником тяжело, наверное, будет. Чуть-чуть поправить только. Напильником буду поправлять. Так, вот эта штука, она сломана. Вон там вот. Так и было. Уже варили почему-то. Видимо, на последний ремонт сделали так. Но тут все, вот эти штуки, они все заварены. Тут мужичок приходил, сказал, что они не должны быть вот так вот заварены. Просто втулку туда вставляется и все. И с этой стороны варили, и вот эту вот пластину тоже варили. Обратно так и соберем тогда. Вот, вот пара тоже как бы. Приличное состояние. Здесь люфта нету шлицевого. Ну, зомби. Ну, зомби-то в нормальном. Вообще нормальном состоянии.
Так, ну вот это вот сейчас соберу, чтобы нормально было. Вот здесь тоже люфт в этих в тарелках. Не знаю, вот эти вот наваривать, не наваривать боковые. В общем, посмотрим, что да как. Здесь болты у меня.